В зале десятки школьников и студентов. Все они участники акселератора «Открой свое дело». Это программа поддержки стартапов. Ее цель – реально помочь юным предпринимателям открыть свой бизнес, зарегистрировать ИП и начать зарабатывать. Возраст самый подходящий. Мы вот только что вернулись из нашей бизнес-экспедиции, где работали с такой же категорией участников. Это 14-17 лет. Потрясающие бизнес-идеи. Ребята на территории всего Краснодарского края. Мы объехали 44 города. Очень много услышали совершенно потрясающих, гениальных идей, которые актуальны для тех населенных пунктов, в которых ребята находятся, живут. И, конечно же, думать о первых шагах в бизнесе очень актуально именно в молодом возрасте, когда еще нет страха совершить какие-то ошибки. Программа «Открой свое дело» реализуется Краевым фондом развития бизнеса и в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Поэтому занятия для школьников и студентов абсолютно бесплатны. На первой лекции ребятам рассказали, как сгенерировать бизнес-идею. Предложили и те области, в которых может быть построен бизнес. Например, сельское хозяйство, агро- или экотуризм, путешествия, раздельный сбор мусора. Впрочем, в полете фантазии участников не ограничивали. А некоторые уже приходили с готовой идеей или даже бизнесом. Я уже занимаюсь производством силиконовых штор на протяжении 2 лет. Это такие завесы, которые вешаются, как правило, в магазины, также в рефрижераторы и в холодильные камеры, чтобы сохранять тепло либо холод. Я пришел сюда, чтобы найти единомышленников, потому что в моем окружении мне никак не везет найти человека, который также был заинтересован бы в создание бизнеса. После лекции юные предприниматели разделились на команды и уже внутри небольших коллективов пытались найти интересную идею для бизнеса. У нас есть идея по разработке приложения для студентов и школьников, чтобы им было легче находить нужную информацию. Мы хотим создать пространство, в котором школьники и студенты могли бы собираться и отдыхать вместе, потому что в Сочи таких мест крайне мало. Поскольку в Сочи большая проблема с общественными туалетами, людям попросту некуда сходить в туалет, мы решили создать бизнес-идею по общественным туалетам в стиле модерн. Занятия в рамках проекта «Открой свое дело» будут проходить до 6 декабря. Их проведут сертифицированные тренеры проекта «Мой бизнес» и действующие предприниматели города Сочи. Когда я начинал в 2012 году, да, то есть у меня за плечами 9 стартапов, да, то есть 9 бизнесов, которые закрылись из-за того, что это все было методом проб и ошибок, да, то есть самостоятельно, без помощи, да, потом уже пришли менторы, то есть начала налаживаться, да, вся ситуация. То есть здесь есть у ребят возможность получить менторскую поддержку, и я здесь буду трекером, человек, который сопровождает команды. В конце обучения участники программы представят свои бизнес-проекты экспертному совету, в состав которого войдут инвесторы, бизнесмены, представители администрации города и края. Лучшие команды получат реальные деньги по 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Будут профинансированы сразу 3 лучших проекта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.